Привет всем. Есть вот такие запчасти на Запорожец. Две замечательные книжки. Это каталог деталей. Потом книжка от автора, который Запорожец придумал. Здесь полное руководство по ремонту с размерами, со всеми делами, мыслимо и немыслимо. Все, что с ним можно сделать. Есть вот такие вот ступичные подшипники. 271,07. Два штуки. Такая гайка для клапанного механизма одна. Клапаны, по-моему, это впускные клапаны. Новенькие. Такие вот защелки для молдингов есть. Потом для тормозной системы, которые закрывают спускные тавотницы-то. Так, трубка. Не знаю, откуда она. В общем, то ли тормозная, то ли трубка сцепления маленькая. Есть вот такие вот накладки для ремня. Есть регулировочная штука для ремня безопасности. Есть ремень безопасности водительский. Так. Вот этот, как его, крышка трамблера. Вот здесь бегунок новый. Два свечных наконечника. Болты ремня безопасности вместе с шайбами, с проставками, со всеми делами. Болтов много, это я не все выложил. Потом есть резинки на колодцы, которые штанги клапанов, вот, в которых штанги клапанов ходят, эти трубы от головок идут, они герметизируются через резинки, где труба входит в блок двигателя. Такие резинки стоят. А потом вот такая вот резинка есть. Не знаю, откуда она. Понятия не имею. Это вот похоже, что от манжета, от тормозного цилиндра главного. Есть еще манжеты, но вот тут их не представлено, они дома, в другом месте. Такая вот пыльник рулевой тяги, рулевого наконечника. Проставка под бензонасос и прокладка. Лапка бензонасоса с пружинкой. Сухари для наконечников рулевых тяг. Вот еще есть какие-то две резиночки. Резинка для отбойник для амортизатора. Так, это в коробку передач игольчатые подшипники. Вот такие вот два подшипника, не знаю, где они стоят, по всей видимости, в коробке передач где-то. Один подшипник 200 791 59, это на дифференциал. Вот такие вот два от крестовины подшипника. Потом вот идут эти тарелки пружин клапанов. Есть вот такие вот тарелочки для на рулевые кулаки, где рулевой кулак, где колесо, на котором поворачивается, там стоят два пальца шаровых, вот это их ответные закладные. Так, вот еще один подшипник 271,07. Это, похоже, ступичный, то же самое. Так, такие вот сальники. Не знаю, откуда они. Здесь вот их есть размеры. Надо смотреть по каталогу. Есть масса сальников вот таких вот.
Вот у них тоже есть тут размеры, написано 35, 55, 10. Тоже плохо видно. 41, 15, 58 на 9. 35, 55, 10. Тут вообще просто написано 12, 30 на 52, что ли. 12, 50 на 70. Так, это резинка какая-то. Тут не знаю, что. Так. 41, 15 на 58 на 9. 12, 30 на 52. Тут что-то нет обозначений. Так, вот это похоже от коленвала сальники. Номер 968, 151, 60. Их 4 больших сальника. Так, вот это похоже на ступичные. 968, 31, 03, 035. Так, вот еще один. 0, 968, 31, 04, это 34. 034. Так. Это что-то без обозначений. Тут написан размер 45, 65 на 9. Потом есть вот такие вот лампочки. Не знаю, похоже на лампы от фары. Есть кнопка открытия заднего капота. Есть вот такие кварцевые стержни. Они стоят вот здесь. Вот один стержень стоит. Он расширяется, давит на отключатель и отключается печка. Вот это вот в сборе отключатель печки. Таких стержней 4. Вот. 2 здесь и 2 вот тут. В этой деревяшке. Потом есть вот такой вот поворот бампера переднего новый. Это раритет. Это от 81 года машина. Есть еще кое-какие бэушные запчасти. Вот, например, карбюратор К-127. Два бензонасоса, стартер и трамблер есть бэушный. Ну вот. Есть еще какие-то диски сцепления. Вот, похоже, вот это вот бэушные снятые, а это еще какие-то диски сцепления. Может, от тридцатки. Или, может, это же от сороковки. Но они маленько по диаметру чуть отличаются. Вот так. Вот такие запчасти есть. Кому надо, пишите.